Живая музыка, музыкальные хиты на все времена, теплые овации и поздравления со сцены. В преддверии Международного женского дня и в честь прошедшего Дня защитника Отечества в Самаре прошел большой концерт для членов общественных и ветеранских организаций, участников СВО и их семей. Мы ежегодно проводим большое мероприятие, где глава города выражает свою благодарность нашим ветеранам, где каждый ветеран получает у нас подарок от главы, конечно же, женщины цветы и много-много положительных эмоций от того концерта, который мы им приготовили. Раиса Смирнова вместе с коллегами из первичной ячейки общества ветеранов промышленного района – постоянные участники всех городских мероприятий. Говорит, приятно, что не забывают. Нас чтят, помнят, никогда не забывают. И мы очень довольны тем, что сейчас, в данный момент, которые наши воины воюют за нас, за нашу страну, за нашу родину, а вот им такое большое уважение, как можно сказать, и к нам бывшим. Со сцены гостей поздравила глава города Елена Лапушкина. А всем я хочу пожелать мирного неба, быстрой победы. Пусть наши защитники возвращаются. А всем нам здоровья, благополучия и счастья. С праздником, друзья! К поздравлениям присоединился и председатель городской думы Алексей Дегтев. По его словам, сегодня защитники Отечества – это не только участники боевых действий, но и все, кто своим трудом в тылу помогает поддерживать дух и силы воинов. Я благодарю вас за то, что самарцы, сохраняя традицию своих предков, сохраняя лучшие традиции боевой и трудовой деятельности, продвигают день великой и долгожданной победы. С праздником! Елена Лапушкина и Алексей Дегтев вручили благодарственные письма самарцам за проявленную отвагу в зоне СВО и активную жизненную позицию за ее пределами. Галина Топилина, Николай Сидоров. События.